конгресса – это еще раз, еще одна возможность для того, чтобы обменяться мнениями, рассказать об опыте, да, послушать тоже интересно обратную связь от коллег, которые, например, посещали наши площадки, да, и могут нам подсказать возможности для дальнейшего развития. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на нашем мероприятии, которое носит название «Удвоение производительности от слов к делу». И от имени организаторов общественного движения «Линфорум профессионалов бережливого производства» объявляю первый российский конгресс производительности открытым. Является фундаментом для высокого качества продукции, низких затрат. Эти две главные характеристики делают компании сильными, делают товары востребованными и дают нашим бизнес-руководителям и бизнесам возможность расти не только в России, но расти в том числе и в сторону экспорта. Побывал во многих странах, но меня здесь очень впечатлило в России вот этот акцент на людях. Мы в VR тоже очень большое внимание уделяем людям, уважению к людям, и на многих конференциях об этом вообще-то совершенно не говорят. Но здесь, в России, на этом конгрессе очень много говорят именно об акценте на людях, а также об акценте на экологических вопросах, на устойчивом развитии. Сигма примерно 5 лет назад. Мы в основном использовали Lean для выравнивания наших внутренних процессов и повышения удовлетворенности заказчика. Это была наша основная цель, первоочередная.
Абсолютным победителем, обладателем Кубка имени Алексея Капитоновича Гастева в 2016 году становится компания «Томскнефтехим». Ну, на самом деле, очень приятно победить в данном конкурсе. Это признание работы всего коллектива, признание работы в течение длительного периода времени. Новое, как мы говорили и аудиторам, и всем гостям, которые приезжают к нам, и когда мы сами едем куда-то, для нас всегда очень важно не то, где мы лучше, а то, что есть лучше у других. Куда можно двинуться, какие задачи перед собой поставить, какие цели можно достигнуть. И постоянно корректировать эти цели на предмет их повышения планки.